Ивантеевские волейболистки 2003 и 2004 годов рождения приняли участие в первенстве Московской области по волейболу. Неудачными для них оказались матчи с Коломной, Дмитровым и Солнечногорском, в которых они проиграли 1-3 и 2-3. Однако наши спортсменки победили девчонок из Подольска и Серпухова со счетом 3-0, но проиграли с таким же счетом одинцовской команде. Мальчишки 2003 и 2004 годов тоже приняли участие в первенстве Московской области по волейболу «Детская лига». Из 7 игр первого тура наша команда победила в 5 со счетом 3-0 и проиграла двум городам 3-2 и 3-0. Второй и третий туры первенства пройдут в феврале и марте следующего года. В 20-х числах ноября в Минске состоялся открытый Кубок СНГ Кубок мира по тхэквондо. 800 лучших бойцов приехало на соревнования. Ивантеевку на Кубке представили 3 спортсмена школы тхэквондо ИТФ «Спектр» – Лазебная Оксана, Лашкина Елизавета и Тимиров Артем. Тренеры – Эдуард и Алена Брынины. Ребята завоевали 2 золотых и 1 серебряную медали. Теперь спортсмены готовятся к первенству Московской области, которое пройдет в январе 2016 года и станет отборочным туром на первенство России. Девчонки из Тодоса не зря надели футбольную форму. Они поздравляют футбольный клуб «Легион» с удачным завершением летнего сезона. На праздничный вечер приглашены спортсмены всех возрастных групп и почетные гости. Глава администрации Ивантеевки благодарит всю команду клуба за прекрасную работу. Кто-то готовит условия для того, чтобы наши футболисты играли на замечательном поле, в замечательных залах. Кто-то организует, кто-то тренирует, кто-то вкладывает финансы. Поэтому от администрации, я думаю, что от всех жителей города хочу сказать большое спасибо всем, кто прикладывает усилия для того, чтобы наши дети завоевали вот такие замечательные призы, почетные грамоты, чтобы они вели здоровый образ жизни. И чувствуется, что действительно работает в городе замечательная спортивная команда. Самая младшая команда клуба в этом сезоне стала чемпионами первенства Московской области среди детских команд 2004 года рождения. Кубки и медали получают все маленькие футболисты. Каждый из них – победитель в своей номинации. Лучший вратарь, защитник, бомбардир, а также тренерская надежда и самый ценный игрок в команде. Футбольный клуб «Легион» появился в Ивантеевке при поддержке завода ЖБК, городских федераций бокса и футбола. Мужская команда в этом году тоже отличилась. Они впервые за историю подмосковного футбола стали финалистами Кубка Московской области и чемпионами в группе «Б». Это был сложный сезон. Долгий сезон. Новое первенство, новый чемпионат. Не все сложилось так, как мы хотели. Но команда получилась. Команда находится сейчас в стадии становления, набирания опыта и готова идти дальше. Готова идти дальше. Подвели клуб и команда ветеранов 50+. На первенстве Щелковского района футболисты заняли первое место. Грамотами награждаются не только спортсмены, но и люди, помогавшие в организации и проведении матчей. А впереди у «Легиона» зимний сезон, где наши команды будут стараться улучшить свои результаты в матчах с другими городами Подмосковья.